Да видно, видно от них. Это наша фотография. А тут нет чужих, тут все наши. Подожди, я сейчас наложу. Меня камера, да, на меня. Вот такую фотографию вы хотели сделать. Тут все наши фотографии. Проверяем. Юль, смотри. Так. Все, что это похоже. Не на пленку, похоже. Мы дедушке можем отдать. Да это такая пленка. Вот была бы какая-нибудь другая, там можно отвечать, а то так они по одной. Вот сюда. Да я понимаю. Куда туда? Ну это еще лучше. Ну посмотри, как я мясо. Дай я тебе сейчас скажу. Дай. Тебе камеру? Посыпается. Нет, туда. Туда. Повернись в ту сторону. На меня давай, когда я есть. Давай. Опа. Все, давай еще ешь еще. Не засняй. Глаза нормальные. Лех, все приближает и удаляет. Лех. Любит ли этого дела? Лех. Руками подпихивает. А так вкуснее. Жень, чего это? Жень, чего это? Вот он явно хочет. А что есть? Ну, скоро вернемся. Рекламная пауза. Все, выключай. Женя, а что у тебя на майке на? Скажи что-нибудь сам себе на память. Ну, что-нибудь приятное. А нет, что? Три раза ку, желтые штаны впереди. Хватит. Снимаю. Шурик, погоди, Шурик. Я желаю раннего дембеля, чтобы хоть его раннего не бывает. Но чем раньше, тем лучше. Сам главное желаю, чтобы у тебя был самый черный в твоей жизни. Это черный дом, обделанный черным рамой. Черный экран. Да, с толстым слоем черной икры и черный Мерседес, на котором ты будешь ездить после армии. Только не меня, который я сломаю. Ну, главное, не важно, что сломаешь, главное будет. Что же? Народ, а вот и я. Еще раз. Гарик! Они в баке? Как подруга. Женьку, главное Женьку снимай. Ага. Ну куда мы с Гариком стремимся? Давай. Гарик. А ты как уходит меня руки удержать? Чё ты плюёшь? Чё, сука, меня? Молчи, дура, ты сниматель, ты на тебя камера, на тебя люди смотрят, миллионы людей. Гарик, в общем, вот это мы с Гариком. Да, и мы падаем. Встаем. В общем, вот это мы с Гариком. Мы выпили за то, чтобы Женьке классно служилось. Да. Я, конечно, пытаюсь матерные слова не говорить. Снимай дальше. Вот, но чтобы все было упутем и дурбально, и однозначно. Однозначно, когда не будет. Награждаем Алексея Сансоновича Ордена Красной Звезды. Все, кстати, тоже. Слышишь, я с тишины в упор не вижу. Слышь, народ, где моя гитара? Не знаю, Женя сюда. В общем, это Женька. Брожок стоит, короче. Вот тут мы с ним, короче, стоим. Да, глянемся. Нашел? Да. Эй, молодец. Такая хуйня, подожди. Ну, в общем, давай снимемся, чтобы я тебя еще видел, ты себя. И пить хорош. А у вас есть... Меня касается. Однозначно, короче. Женя. Блин. И все у путема. Все у путема.
Так и сделали. Жень, возьми еще раз вилку и положи медленно только. Давай. Давай. Медленно в рот, давай. Говори по-французски. Медленно так же клади вилку. Не так кровожадно. Медленно. Народ, кто же так и сделали. Все пьют только. Шестая там. Вот это наш браток, блядь, он ходит в бар, Мы провожаем дожди, последний способ. Да, я не буду гнать собрать. Походный. Жень, запишу где-нибудь, самое главное. Я взял, взял. Обрезать телефоны. Да, не надо тут ничего. Ну, еще планеты, планеты проверь, позвонить. Вы там мало? Правда? Шесть, не помню. Не верю. Проверь. Жень, как ты себя чувствуешь? Планеты проверь, чудесно. Видишь, не едет? Это бы. Вот туда сними. Чего? Вот туда сними. Во. Кильку давай. Давай. Главное килька. Любимый такой. Нет, ты вот туда снимай. Жень, кружку, воду, Жень, смотри, вот это выбирай. Во, еще вот это. Не видишь, что? Да, да, да. На, Жень. И пепси оранжевый. Ты командира помнишь? Какого? Полковник. Подполковник, а не полковник. Полковник? Я его не помню. Вот, чтоб... Ты задаешь. Фамилию его. Я понял, что подполковник. Это откуда отсюда? Это вот этот кот оторвал. Ой, отлично. Нам ткань косить туда запихать. Жень, тут не бери с собой так много. Смотрите, как тут получилось. Ну. Разыскивается особо опасный преступник. Мне, кстати, хорошо. Смотрю. Ну, все. Так, ты другие туфли одевай. Я, наверное, Ли. Ну, что там? Ну, почему, Ли? Мне там делать, там под народ. Там-то не снимай. Там ничего интересного нет. Фейсел, повернись. Еще. Хватит там. Ну-ка, сюда футболку по-панковски. Я ее снимаю, вот так вот. Сейчас.
Киса. Поезд, Жень. Надо только кассету в карман засунуть сразу. Пока они забыли про него. Осторожней, кота в туалет, наверное, хочет. Ну? Пугнул, да, все-таки? Жми! Жми, Саша! Давай, жми! Да, я скинул. Вот уже. Давай. А где ребят еще наши? Уже Ну что, Жень, улегся? Молодой человек. Пойдем, пока они не проснулись. Молодой человек. И дождь идет в лупарниках. А кем же пошли? Да, нет. Главное, что без крови все обошлось, ребята. А вспышка где? Это Эдмика. Не надо, нормально. А, со светом круче. Давай, естественно. Вот это вот самая крутая будет сейчас компания. Прикинь, как дохленькие лежат, да? Они любят друг друга. Нахуй всех. Спи. Не волнуйся. Обнимите. Ну вас будет уже нахуй всех. Саша, ты тоже пьяный. Все хорошее. Да, туда, дальше. Он в тех остальных. Сейчас как дам по морге. Сильно, знаешь, он по морге. А ты что стоит так? Не перпендикулярно он лежит вообще. Вот так вот, давай снимай. Вот так стоишь, да. Конечно. А храп-то богатырский, Жень. Ты прикинь? Это все слышно? Конечно слышно. Отлично. А ты думаешь, что? Вот эти вот весело лежат двое. Ну, любят друг друга. Два любовника. Дружно по морде, знаешь, вот там вот по морде. Уберите руку от него. Зато смотри, будет крупным планом его лицо. Вот знаешь, вот его
бывает, знаешь, такая вот хуйня. Давай вдруг не снимай. Маш, не порежь. Понимаешь? Вот, давай, давай, давай. Не понравилось. Все, хорош, хорош, хорош. Блин, что ты мне напоминает тюбиковский этот самый провод? Оставь человека в покое. Ир, оставь его, пускай спит как спит. Ир! Ир! Не трогай. Не трогай, все. Спит он, спит. Не надо его трогать. Да он все, он не проснется. Это без разницы. Отойди с камеры. Мишу, Мишу надо, Мишу. Пусть спят, ребят. Ну, тут еще прилично. Они не порубят, они себе все заберут. Здорово! Гуня! Хватит! Женя, иди сюда! Гунь! Последний! Минуты! Ну хорош снимать хуйню! Меня снимите, меня снимите, пожалуйста! Давай я тебе снимаю! Как хорош хуйню снимать! Подожди, Гарик! Давай! Да вы народ, что молчите, давайте. А что говорить? А что тебе интересно да. сказать? Говорить нечего. Проходи, проходи, проходи. Все, иди, иди туда, иди сюда. Не снимай все, кто снимает. Сейчас. Суждай, поснимай, да. Да, не, иди туда в кадр, блядь. Подожди, давай иди в кадр сам, дай поснимай. Я успею сниматься, не ссы, блядь. Да я не ссы, дай, слушай, мне только порадовало. Пока я свое не купил, дай побалуюсь. Да не разобьем. Попадутся, а то куда? Ну, Женек, несколько реплик. Какие реплики? Реплики на память. Все реплики уже дома были. Какой дом уж? Там все, что можно, говорили, что нельзя. А здесь тоже. Все сказали. Больше нечего. Да ладно, говори. Не скажу. А я на Италии на все. Сань. О, привет, братан. Интервью. Ну, нормально. Конечно, нормально. Сань! Сань! Вон, засними как. Пока он не видит, быстрее. Да, да. Хорошо получил. Блин! Всех понятно. Жень, ПС. Чё тебе все? Спеть обещал. Хотел с гитарой. Она спит на ходу. Сюда спит, как она работает. Ой. Вот это так, не весело, не так, здесь. Нет, я уж тоже обратил внимание, это не надо. Кто-то забрал его?
Он не встал. Покол не видно, быстрей. Давай. Хорошо получил. Блин. Все понятно. Жень, ПС. Чё тебе? Успеть обещал. Он скитарный. Она спит на ходу. Сюда уже спит, как она работает. Я уж тоже обратил внимание, это не надо. Ты что, забрал его? Да. Он не встал. Ну там чувствуешь, больные. Я понимаю. Так. Как-то же издержали свой запас веселья. Да какое ж тут веселье? Ну потому что это веселье. К обручению по тебе. Да, пойдет без себя. Так иди вот тебе подруга. Надо с дроком смотреть. Болтай. Ой, два дрока сейчас беру. Пушка там нет, нормально. Чувак. Ну и чубчики похорошие оставили. Нормально, пошли. Прикол. Ну-ка, если его без щупчика. Не нужно, нет, без щупчика плохо был. Дай-ка я посмотрю, как он без щупчика был. Нет, нет. А, правильно, поэтому, наверное, она оставит. Бабуль, я постригусь без щупчика. Не волнуйся. Еще это, я Уйди с экрана. Как видно. Нормально, нормально, нормально.
только чуть подальше делать. Я так и делаю. Знаешь, как подальше. Иди, вставай туда. Не хочу. Чёрт, это хуй снимает. Наоборот, надо на дверь. Ну, на дверь. Же, помаши ручкой. Жень, а Жень, где бы ты не был, до какой-то красным чернильцем написать. Она там только не поведать. Жень, лица. Он пишет между строк. А у него есть это, красный ручка. Мы прогладим тогда учебу. Врачи дремлют. Все будет хорошо. Ну вот так, это у товарища. Я важно. Пошел. Объедет не трамвай. Эй, Саш! Ты гад! Thank you.
сейчас то. Когда он в чешской ПП пойдет, он гуляет, вот и как. Ладно, женек, блядь. Короче, ты. Пошли бридж патрули. Сядь! Ой, как хорошо! Все, вставай, Ильдар. Давай! Ни пуха, ни пера! Зачем стратлактор? Снимай. Все. Хорош. Паш! Он туда уезжает. Все. Все, снимай, Бур. Я снимаю. Давай. Все. Снимай. Автобус надо. Все, пошли. Подождите. Хорош. Это горизонт, все. Хорош. Иди сюда, Хорош, по-моему, в ту сторону. Нет. Вот, сейчас. А, извините. Хорош, пойдем сейчас. С мужиками.